Я больше тебя не люблю. Наоборот, я ненавижу тебя. Ты мерзкая, глупая, нелепая женщина. Как будто бы мне, мой бывший. Надеюсь скоро заключить тебя в свои объятия и покрыть миллионом поцелуев, жгучих, как лучи солнца на экваторе. О май гад. Никита Джигурда и Марине Анисиной. Наполеон Бонапарт, Жозефини. Агент солнца в Кате. Крис Браун, Риане. А, начало... Из всех этих кого ты хотя бы знаешь из них, скажи так. Мне. Если вы знаете, можете сразу сказать. Или я понятия не имею вообще. Даже не, ну, как не догадываюсь. Я думаю, наверное, это Джигурда, нет? В его таком стиле. Ну, я думаю, что это стиль Джигурды. А вдруг это Марина Никите написала вообще наоборот? А может быть, это мужчина Марина... девушки. А может быть, это Марина писала Крису Брауну? А пришло опять Джигурде. Да что ты будешь делать каждый раз Джигурде? Нет, это просто, смотри, это просто Марина написала Крис Брауну. Джигурда увидел и ответил ей вот так. Короче, это Джигурда. Ну, пусть будет Никита Джигурда. Все так думают, а это на самом деле был Наполеон Бонапарт. Наполеон? Писал он Жозефини. Наполеон? Жозефини? Да ладно. Да, давайте следующее. Осторожно, у меня самая сексуальная жена. А, ну это моя. Константин Меладзе, Вере Брежневой, Хани Уэст, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Хайли Бибер, Александр Градский, супруги Марине Каташенко. Либо Хани Уэст, либо Джастин Бибер. Бибер? Правильно. Я думаю, Кани. Бибер. Это прекрасно, когда в одном мужчине я смогла найти друга, любовника, добытчика, отца наших детей. Человека, который помогает сдерживать моего женского дракона. И в то же время может меня развеселить, как никто другой. Это точно наш случай, когда мы стоим в неглиже в поле, дом догорает, а мы смеемся и шутим, обернувшись в твои ясные дни. Голое поле? Да. Мне нравится, я это сопру для себя. Хорошо. Ну, тут, да, тут логично. Марина Газманова, я так понимаю. Про ясные дни, потому что... А я ясные дни. Это вот эти вот? Оставляю тебе. Так это же это, подожди. А я ясные. Это Лилия Брик, Владимир Маяков? Нет, подождите, Газманов, что ли? Ну, наверное, Газманов, да? Ну, да. Да. Блин, надо было на деньги с вами играть. Да. Я думаю, это Марина Газманова Олегу Газманову. Все-таки тут очевидная подсказка про сгоревший дом. Я ненавижу День Святого Валентина. Я тоже.